армысыздар, құрметті көрермен, эфирде тобыл тынысы ақпараттық таңдық сазды бағдарламасы сіздермен қайта жүздескеніне қуанышты және күндеріңізге сәттілік пен көтеріңкі көңіл күй тілей отыра біз өзіміздің жұмысымызды бастаймыз. Алдағы 90 минутта сіздермен бірге пайдалы әрі қызықты ақпараттармен бөлісетін боламыз. Сондықтан да біздің тікелей эфирден алыстамаңыздар. Ал бүгінгі тізгінде сіздермен мен Алия Қолтанова және менің әріптесім. И я Маргарита Иванова. Вот новую неделю мы начинаем отчасти в обновленном, да, составе. И мы очень надеемся, что наша замечательная Алия полюбится зрителю. Вы будете также звонить, желать какие-то хорошие моменты, поздравляет нас. Вот Марию Васильевну давно не слышали. Хотелось бы сегодня ее стихотворение услышать чуть позже. В общем, друзья, мы открыты для связи. Прямо сейчас вы можете поддержать Алию 543904, код города 8-714-2, а также написать на номер WhatsApp. Ну и, конечно же, не забывайте про свои личные праздники, поздравления, пожелания. Все это имеет место быть. Мы обязательно вас выслушаем, либо зачитаем эти поздравления в прямом эфире. Я, құрметті достар, біздің 54-39-04 номеріне тікелей эфирімізге хабарлассаңыздар болады. Сонымен қоса біз экранда көрсетілген WhatsApp желісінде бар екенімізді де айта өтейік. Және де біздің эфирді жіберіп алған жағдайда Instagram желісінде оны қайта қарауларыңызға мүмкіндіктеріңіз бар. Келесі кезекте бізде Маргарита өзің байқағандай Қостанай қаласының құбылмалы ауа райын айта өтпеске болмас. Соңғы кездері салқындық сезілетіндей, алайда оны нақтырақ білу үшін синоптиктердің көмегіне жүгінейік. Да, друзья, прямо сейчас настало время нам узнать, какая же погода ожидается на территории Костанайской области. Для этого внимание на экран. Не только солнечные лучи имеют свойство согревать нас, но и, конечно же, теплые звонки телезрителей. У нас есть таковой, давайте его принимать. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, мои хорошие, Маргарита и Алия, да? Новенькая. Все верно. Вот я только про вас вспомнила, и вот вы тут как тут. Да, вот я появилась и сразу это решила вам позвонить. И это очень знаково и важно, потому что вот сегодня Алии нужна ваша поддержка на первый раз в эфире. И вот ваши добрые пожелания, они всегда поднимают нам настроение, уже старожилам, ну, конечно, скажем так, эфира. Ну, а для новенького человека это очень важно, поэтому мы рады вас приветствовать сегодня особенно. Самых-самых добрых пожеланий, ведь действительно вот первый канал, это же вот это, ну, это такое счастье, работать, я думаю, это большая честь, работать на первом канале, вот Табута Насы, вот тоже я с удовольствием всегда звоню, и дай Бог хороших это, тебе результатов, хороших гостей, хороших новостей. Главное, чтобы было все хорошо, коллектив тебя полюбит, конечно. Ты же вон какая красивая. Ну, у нас все красивые. Маргарита-то вон какая красавица. Вот. Спасибо. Давайте я вам немножко это... Счастлив тот, кто на рассвете сумел однажды осознать, что жив, здоров, и солнце светит, и будет новый день опять. А за спиной друзья, семья, это же наша большая родина моя. Вот. Семья дается лишь однажды, а коллектив – это вторая семья. Вот представьте себе, потому что именно живешь большую часть на работе. Вот. Поэтому это вторая семья, Алия, вот это знай точно. Вот. Семья дается лишь однажды. Так. Дороже, ближе, лучше нет.
носите на руках детей, ведь этот миг недолго длится, и он, увы, не повторится. Дети становятся взрослее, потом приходят на передачу, вот, приходят работать к нам, нам счастье дарите, радость, вот так вот. Я, Алия, вот я тебя как бы презентую. Угу. Спасибо, я знакомлюсь с тобой, Костина Мария Васильевна из поселка Качар. Наш постоянный телезритель. Угу. Постоянный. Очень преданный, да, все эти годы. Спасибо, Мария, вам большое. Угу. Мария Васильевна, не пропадайте так надолго. Нам без вас очень-очень скучновато. Знаю, понимаю. Вот, ну не всегда. Приходится иногда удаляться немножко, но ничего. Я как только появляюсь, и вот видите, как прямо сегодня вот раз и это слышу. Включила и уже слышу, Маргарита, любимый голос, знакомый, вот прямо все такое. Звоню трубку, там тоже голоса знакомые. Все, это такая радость для меня. Вы знаете, я этим живу. Вот, я вас всех люблю. Вы моя тоже вторая семья, потому что столько лет я уже с вами. Спасибо большое за теплые слова. Здоровья всем, и, конечно, всем, чтобы было все хорошо, чтобы у нас в нашей стране все было монолитно так, как есть, чтобы ничего не менялось. А если менялось, то только к лучшему. Mm-hmm. Вот, чтобы мы жили и радовались. Спасибо вам большое. Давайте за звонок, да, за теплые слова. Вам мы желаем всего того же, здоровья, благополучия, чтобы почаще врывались в наш эфир вот с такими теплыми пожеланиями. Хорошего дня и до встречи в нашем эфире. Спасибо, солнышко, спасибо, с Богом. Мария, вот айтқан сөздеріңіз өте қатты қуантады, сізге алғысымды білдіремін, сізге де сәттілік тілеймін, хабарласқаныңыз үшін көп рахмет дейміз. Ну и у нас есть для всех телезрителей полезная информация, да, интересная, актуальная. Сейчас Алия ее зачитает. Жалпы 15-ші тамыз Григориан күнтізбесі бойынша 227-ші күн болып саналады. Демек, жылдың аяқталуына 138 күн қалды деген сөз. 1876 жылы Александр Белл өнертапқыш ғалым көрмеге өзінің құрылғысын ұсынған болатын. Кейіннен бұл құрылғыны ол телефон деген атау берген екен. Яғни қарар болсақ, 15 тамыз күні халықаралық алло сөзінің туған күні болып табылады. Ең бірінші кезекте Эдисон компаниясының телеграфына президентіне хабарласқан кезде екі адам сөйлескен уақытта hello сөзін қолданған екен. Кейіннен барып бұл алло сөзіне ауыстырылған. То есть в тему сегодня был звонок, да, вот это вот алло, все празднично, все идет по плану. Ну что ж, друзья, мы надеемся, что это не единственный звонок за сегодняшний эфир будет, поэтому 54-39-04, звоните прямо сейчас. А к тому же совсем скоро, после музыкальной паузы, у нас будет в этой студии уже больше и больше возможностей вам задавать вопросы нашим замечательным, интереснейшим гостям, поэтому берите в руки телефоны уже сейчас, ну а пока хорошая музыка.
Құрметті көрермендер, біздің эфирімізге жаңадан қосылғандар болса, тағы да қайырлы күн дейміз. Біздің эфирімізден алыстамаңыздар, себебі сіздер үшін пайдалы әрі қызықты ақпарат болуы әбден мүмкін. Ендеше біздің де ортамыз толығып қалды. Біріншіліктің қонағы келіп жеткен екен. Қостанай өңірлік университетінің студенті, жас әнші Асқар Төрениязов. Асқар, көңіл-күйіңіз қалай? Жақсы. Қош келдік. Қош көрдік. Асқар, жалпы сізге сұрақ. Сіз өзіңіз Қостанайдың тұрғындары сізді көптеп білетініне сенімдімін. Бұл жетістікке қалай жеттіңіз? Қай кезден бастап жеттіңіз? Немесе музыкаға деген қызығушылығыңыз қай уақыттан басталды деген сұрақ? Музыкаға деген қызығушылық негізі бала кезден ғой, сол өзіңіздің сол. Бұрында кішкентай кезде өз апам айтып отыратын. Саты болады ғой, үйге төбесіне шығатын, сол біз ауылда, сатыға шығып. Я чекалат не заяц, я мес ласковый мерзавец, айтып отырады, соған өлең жаттамағым кішкентай кезде. Содан басталды, апам сол кезде мақтап, ой, әнші болады, бұл болады, әнші болады. Содан кейін басталды, мектептерде ән айта бастадық қой, өз бір кішкентай кезде байланысты екен ғой, өз бір мотивация оған секілді болды өзіне. Қазір енді шүкір, мына жақта сол университетте байқауларға қатысып, сол кезде көзге түскен, содан кейін былай-былай таныла бастады, тфей-тфей. Қостанайда біраз көшеде көргендер бәрі бүйтіп, қалайсың деп бәрі бүйтіп, фотоға түсетіндер болады, бүйтіп, қолымды ақ бүтеді, рахмет айтып кетеді, сондай көп кездеседі. Өте керемет, демек сіздің әншілік жаңағы өнеріңіздің ашылуына өзіңіздің анаңыз септігін тигізген екен ғой. Ендеше сізге келесі сұрағым, сіздің қандай жалпы жетістіктеріңіз бар осы жол бойында, өнер жолындағы? Жалпы жетістіктеріміз енді негізгі басты жетістік сол халықтың көңілінен шығып жатқанымыз, ал қалған ең басты жетістіктеріміз осы ғой негізі, халықты көңілінен шығу. Бірақ былай грамота жүлде жағынан көбінесе осы универлерде көп алдым, байқауларда осы Crew Vision, Magic Voice дегендерде сол байқауларды жеңімпазы болдым. Тфай-тфай, бастап келе жатырмыз әйтеуір. Қарайсыз, сіздің музыкаға деген қызығушылығыңыз байқалады, сондай сүйіспеншілікпен айтып отырсыз. Өзіңіздің ең алғашқы жетістігіңіз есіңізде бар ма? Ең алғашқы жетістігім есімде болғанда сол мамамның несінде тойында ән айтқаным шығар, басында бәрі таңғалған кезі. Оған дейін үйдегілер бәрі білмейтін, енді ән айтады дегенше. Мектепте айтып жүргем, концерттерде ол үйдегілер енді айтпайды,
Музыкадан басқа қызығушылықтарым көп қой, негізгі хобби. Негізі мен қазір Қостанай өңірлік университетінде актер мамандығы бойынша дәріс алып жатырмын. Соған негізі басты мақсатым сол, негізі актер жағынан ғой. Бұл негізі музыканы хобби жағынан алып жүрем ба деп ойлаған, бірақ бұйырса осы музыка жағына көбірек кетіп бара жатырмын ғой деді. Біраз бағыттарға. Басқа бағыттарға білмеймін, қатты бір қызығушылығым жоқ. Ән жеткілікті. Біраз нәрсе бар, өйткені әннің ішінде ол енді бір жанр ғана емес қой. Ән деген ол музыка жалпы. Барлық нәрсеге ем деп ойлаймын. Дұрыс айтасыз. Қандай жанрға сіздің жаныңыз көптеп жақындау бола береді? Бір жаңадан бастайын десеңіз де, бір жанрға тартып кете береді ғой. Сондай болып тұра ма? Қайсысына көбінесе? Көбінесе мына лирика жағына көбірек бас бұрған жөн көрем. Өзім бір әндерімді көп таңдаған кезде сол адамның жанына жайлы, бір тыныштық атмосфераны сондайда беретін әндер негізі өзіме қатты ұнайды. Басқа адамдарға да сондай бір жайлы болып қалады өзі адамдар тыңдаған кезде. Енді былай көңілді ән естіп жүр ғой барлық жерде, бірақ енді жанға жайлы ән өзі бір адамның жүрегін емдей алатын әндер деп ойлаймын. Керемет, Асқар. Жаңа сіз бір сөзіңізде актерлікте оқып жатырмын деген едіңіз. Актерлік жайында кеңінен айта кетсеңіз, бұл жолға қалай келдіңіз? Бұған деген қызығушылығыңыз қалай оянды? Жетістіктеріңіз бар болса? Жетістіктеріміз актер мамандығы енді ол оңай болған жоқ деп үлкен кісілер айтып отыратын еді. Енді тфай-тфай бұл жолға енді мектеп кезде жайдарман деген болатын. Жайдарман ойнап, сол жайдарманнан бастап кішкене актер шеберлік қосылады ғой енді ол кезде. Содан қызығушылығымыз оянып, Алматыда Жүсіпбек Елебеков атындағы колледжге тапсырдық баршамыз актерскийге. Сол кезде білмеймін, ары қарай қызығушылық оянып кетті. Сол кезде бір ол кездер мен тіпті көп ән айтпайтын едім. Колледжде оқып жүрген кезде көбінесе актерлік жағынан кетіп қалғанмын. Ол кезде андай ағай мен апай айтқызып қоятын, бірақ әнді андай бір концерттерде ән айтқызбайтын. Андай бір өздері бір отырады ғой, бір атмосфера отырып қойып, Асқар бір әнің бар еді осыны айтшы деп бір өздері бір демалып қалатын. Деп ойланып отырып тыңдаған жақсы көреді. Білмеймін, білмеймін, сен бір актерский айтасың дейді, актерский пение деп айтады. Бұндай андай бір көзді жұмып алып дауысқа мән бермейді деген андай бір душевный бір нәрсемен айтқанда актерский пение деп айтады. Білмеймін, ағайға ұнайтын, содан бір актерский пение мен актерді енді солай келе жатырмыз ғой енді бірге алып. Жақсы, сіздің жетістіктеріңіз қуантады шын керек, Асқар. Тағы да сізбен әңгіме айтқым келе береді екен. Сонда қызық тұлғасыз шыны керек. Шығармашылықты, актерлықты да, әншілікті де бірге ұстап отырғаныңыз қуантып жатыр мен шыны керек. Сіздің алдағы уақыттағы жоспарларыңызды білсек болады ма? Алдағы уақытта жоспарлар өте көп. Мысалы, қазір енді осы Қостанай өңірінде жұмыс жасап жатырмыз. Қостанай өңірі үшін, осы Қостанай халқы үшін ары қарай бұйырса жаңа альбом жазып жатырмыз. Соны бұйырса қала күнінде концертте тұсаукесерін әндерімді шырқайтын боламын. Енді бірақ именно қай точкада екені нақты емес, бірақ енді үш точка болады деді ғой. Сол үшеуінің біреуінде ән шырқайтын боламыз бұйырса тұсаукесер қылып. Сондай жоспарлар бар, ары қарай енді көреміз бұйырған. Жақсы, Асқар, сәттілік тілеймін ендеше сізге. Тағы да сұрағым келгенім, өзіңіздің, білмедім, музыка жағынан сұра бергім келеді, өйткені өзіңіздің ән айтқаныңызды, жанды дауысыңызды тыңдаған едім. Өте қатты ұнады. Жалпы жаңағы авторлық әндеріңіз бар ма, соны сұрайын дегенмін. Авторлық әндер бұйырса сол
жазып жатырмыз. Қазір енді авторлық әндер бірекше дайын болды, дайын варианттар бар, бірақ оларды ішкі жерге шығарып жатқан жоқпыз. Ішкі жерге тышарып айтып жатқан жоқпыз. Бірге просто альбом қылып шығарған дұрыс па әлде ойланып жатырмыз әлі, қалай шығарсақ болады, қалай өзі халыққа ұнайды екен, ұнаймын ба екен өзі білмей жүріп көз. Негізі өйткені менің әндерім көбінесе жастардың стилінде, бір шетелдің, бір қазақтар бір тыңдайтындай әндер емес, біртүрлі жанр, бір лирика, сосын поп стилі барлығы бірге қосылған. Сондықтан да көреміз енді бұйырған эксперимент. Көп рахмет. Ендеше біздің келесі кезекте музыкалық үзінді болмақшы. Арнамыздан алыстамаңыздар дейміз. Ну, может быть, и не музыка, может быть, какую-нибудь рубрику интересную посмотрим. Сейчас посмотрим, что будет происходить. В общем-то, внимание на экран, а там уж разберемся. Қайырлы күн, құрметті көрермен, эфирде білгім келеді Айдары, және оның жүргізушісі мен Рахат Сейтхан. Бүгінгі шығарылымда ерекше қабілеті бар адамдар жайлы айтатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Ерекше физикалық қабілеті бар супер қаһармандар мен батылдықтарын ортақ мүдделерге жетуге бағыттайтын күшті адамдар туралы фантастикалық жанрдағы фильмдерді жақсы көреміз. Бірақ өмірде де ерекше дарын мен қабілетке ие адамдар бар. Мишель Латита, француз кәсіпкер 20-шы ғасырда жұртшылықтың өзінің темір заттарды тұтыну қабілетімен таң қалдырды. Латитаның ең үлкен жетістігі 1980-шы жылдар болатын. Ол 2 жыл ішінде тұтас бір ұшақты жеп қойған. Ғалымдардың айтуынша, бұл жансыз заттарға тәбетті оятатын психикалық жағдай, пика деп аталатын сирек ауру. Оның асқазанының шырышты қабаты қалыпты адамдардікінен 2 есе қалын. Латита материалдың зиянды болғанына қарамастан, оны тұтынудан зардап шекпегенін мәлімдеді. Вим Хоф, мұз адамы атанған неміс спортшысы қатты суыққа төтеп бере алады. Вимнің айтуынша бұл белгілі бір тыныс алу техникасына байланысты. Оның ең таңғажайып жетістігі Финляндияда өткен марафон. Ол мұзды суда 1 сағат 52 минут тұрған. Сонымен қатар ол тек спорттық шорты киіп Эверест шыңына көтерілген. Альпинистер мысалы сол жерге шығу үшін жылдар бойы дайындалады. Ал Хоф мұны жалаңаш жасаған. Ал Дин Карнезестің бұл шығыттері еш қашан шаршамайды. Осы ерекше қабілеттің арқасында ол күндіз-түні ұйықтамай тоқтаусыз жүгіре алады. Оның айтулы жетістіктеріне 80 сағаттық 650 шақырымды жүгіру және 50 күн ішінде ақшының 50 штатын жүгіріп өтуі кіреді. Дин қазір мұздатылған йогурт бизнесін ие және Men's Health журналының редакторы. Семсерлесудің нағыз шебері Исао Мачи басқа адамдардан әлдеқайда жоғары болатын оның сезімтал рефлекстері бар. Мачи Гиннестің рекордтар кітабына бірнеше рет енген. Соның ішінде сағатына 187 шақырым жылдамдықпен ұшатын уақыты қылышпен кескен. Оның мұны қалай жазайтыны белгісіз. Ол не істесе де таң қалдырады. Мысалы, өзінен бірнеше метр қашықтықтан доппен бейсболды оңай кесе алады. Бүгінгі айдарымызда адамзат баласын ойына кіріп те шықпайтын қабілеттердің адам бойынан табыла алатындығын көрсеттік. Адамзат баласының мүмкіндігі шексіз, сондықтан сіздер де мүмкін емес деген арман мақсаттарыңызға жете аласыздар. Сіздермен бірге болған Рахат Сейтхан, жайдары күндерде жолыққанша, қош, сау болыңыздар. Құрметті телекөрермендер, арнамызға жаңадан қосылған көрермендер болса, тағы да қайырлы күн дейміз. Күндеріңіздің сәтті болуына біз тілекшіміз. Сонымен қоса айта кетейік, біздің 54-39-04 нөміріне хабарласып, бізге сұрақ қойсаңыздар болады. Сонымен қоса біз WhatsApp желісінде де бар екенімізді айтамыз. Сіздердің экрандарыңызға шыққан нөмірге хабарласып, өздеріңіздің сұрақтарыңыз болмаса, жылы тілектеріңізді, жылы лебіздеріңізді білдірсеңіз болады. Ал егер де эфирді жіберіп алған жағдайда Instagram желісінде біздің эфиріміз қайтадан көрсетілетінін салынатынын айта өткеніміз дұрыс болар. Ендеше қонағымызға назар аударайық. Асқар, сенің өзің жайында айтқым келіп тұрғаны, сұрағым келіп жатыр. Актерлық жайында актер, жаңағы актермін дедің. Актер бойынша бір жерде жұмыс жасап жатырсың ба?
енді актер мамандығы бойынша осы Тфай-тфай өзіміздің Ілияс Омаров атындағы Қостанай облыстық драма театрында жұмыс жасап жатырмыз. Осы бір жыл болып қалды-ау деймін біздің келгенімізге. Бір жылдан асып қалды. Осы біздің уже екінші маусымымыз. Бұйырса екінші маусымымызға біраз жетістіктерге жетеріміз деген ойдамыз. Өйткені алдыңғы жылда алған белестеріміз көп болды. Актерлік жағынан ойнаған рөлдеріміз. Біраз еңбектер істелінді, біраз үміттер ақталды десек те болады осы жаққа. Қырғызстаннан, Алматыдан, Астанадан, Көкшетаудан әртүрлі жүлделер алып келдік, фестивальдардан, нелерден. Сондықтан жемісті жылды енді осындай тағы да жалғастырамыз деген ойдамыз. Осы театрда жұмыс атқарамын. Солай. Жақсы, Асқар. Театр жайында айтар болсаңыз, ең бірінші театрға кіргеніңіз, ең бірінші сіздің арқа сүйеріңіз, ең бірінші қолдаушыңыз болған кісі, сіз жайында айтып бере алсаңыз, қалай үйретті сізді, осы қызық болып тұр. Театрға қызық болды енді. Білмейсің, басқа қаладасың, өзің басқа қаладан келдің. Сөйтіп, төрт бала болып келдік, бір қыз, үш жігіт болып. Ең басында кірген кезде қобалжу болып, бәрі отырып. Әдеттегі қобалжу. Сен сахна үшемізді шығарды. Әдеп бейтті тұрасын енді, ұяласын бәрі қарайды ғой, бәрі бейтіп қарайды, кім мұнау кеген, не ағып жүр бұл деп. Бейтіп кейбірін сынап қарайды, бейбірін жақсы көріп бейтіп қарайды. Сондықтан да қызық болды басына кіргеннен бері. Бірақ атмосферасы театрдың өз актерлардың негізі өмірі бірандай. Не ғой? Қуанышты, вайпты, жақсы, көңілкейді жақсы береді олар. Өйткені бүкіл адамның қайғысын бөлісіп таған енді бір философтар отырады енді. Актер болғандықтан енді біз әр пьесасын алған кезде бір пьесасын қою үшін, мысал, әр бір актер бір 3-4 кітап оқып шығады. Сондықтан да ол актердің философиялық не жағы, ойлар жағы енді кеңінен дамыған. Сондықтан да ар жақта отырған адамдар өзі бір элита дейді, өз театрдың актерларын элита деп айтады, өз киноның актерларды мойындайды, соны элита деп айтады. Сондай кісілердің алдына шығып қобалжу болды, бірақ барлығы бірден күліп қарсы алды, тфай-тфай, тартып қалайсыздар, не істеп, қайдан келіндер, ой, молодцы, вот мен деп. Сондай күшті атмосфераға бірден кіріп кеттік өзіміздің сол. Қуаныш ағамым бар, театрда қазір Жәнібек ағамыз бар, Елдос ағамыз бар енді қазір. Жұмыс жасамайды, бірақ енді сол қарсы алған ағаларымыздың қатарында Елман ағам бар. Басшылар күшті қарсы алды, театрға бірден сіңісіп кеттік атмосфераға, коллективға. Сізді қолдап, жетектеп жіберген сол кісілер екен ғой дейді. Сізді жаңа кітап оқимын деп айттыңыз. Сізбен сөйлесу барысында сіздің сегіз қырлы бір сырлы екеніңіз қайта-қайта танылып жатты. Кітап оқығанды жақсы көресіз бе? Кітап оқыған енді қатты жақсы көрем деп айта алмаймын, бірақ театр нужен. Оқызады дейсіз ғой. Иә, ол өйткені кішкене білімді адам болу үшін оқу керек, өзің үшін оқисың, басқалардан кішкене кем болып қалмайын, әйтеуір жаңадан информация алайын деген ойда оқисың, бірақ кейбір андай қызықсыз бастаған кітаптарың бірақ кейбір кезде қызықтырып кетеді, өзіңді алып кетіп күндіз түні бүйтіп бүйтіп майшаммен оқыдық дейді ғой кейді папаларымыз. Сондай майшаммен оқып кетесің, түнімен бүйтіп жатып, түнімен ұйықтамай қалып, түнгі 3-4 кешін оқитын кездеріміз болады. Тфай-тфай. Сонда енді қызықтырған кезде әдемі сол махаббат жайлы кітаптар ғой, қызықтырады. Махаббат адамның жанына жақын ғой содан. Иә. Асқар, жалпы театрға, соңғы уақытта театрға көңіл қойып жүрген сияқтысыз. Сіздің театр қанша бір күндікті алып қарар болсақ, қанша уақытыңызды алады? Дайындық? Театр көбінесе көп уақытымды театр алады, иә. Өйткені таңғы... Өйткені театрға дейін қойып отырмын дедіңіз ғой өзіңіз. Иә, өйткені театрдың енді элита болған жақсырақ негізі. Өзіңе мысалы бір сенің қатты бір қошемет алмасаң да бір
сол жердегі өзіңнің біліміңнің деңгейін біліп тұрсаң, өзің жоғары біліміңнің деңгейін біліп тұрсаң, өзіңе іштей өз-өзіңе ырза болғаның жетпейді, ол халықтың ырза болғанынан бөлек, адам өз-өзіне риза болғаны, өз-өзінен қанағаттанғанына жетпейді деп ойлаймын. Сондықтан да үлкен жоғары нәрселерге жету үшін сол театрды көбінесе дейін қойып отырмын. Мысалы басты мақсатым сол актерлық жағы ғой негізі. Солай қазір енді сол жағынан еңбектеніп жатырмыз. Күніге театрда таңғы 10-нан басталып билейміз, таң атпастан билейміз. Неліктен билейсіздер? Таң атпастан ол разминка сияқты ғой негізінде. Адам денесін қыздыру, дене шынықтыру жоқ. Хореография болады, өйткен адам бұлшықетін созамыз, шпагаттар бәрін созып, қалпында келтіріп отырмаса ол кетіп қалады ғой бәрі. Сондықтан да бірден таңертеңнен сондай күні бойы бодыр жүру үшін де андай көмектеседі өзіне. Сондықтан да таңертеңнен биден бастаймыз, ары қарай спектакльдің дайындықтары болады. Сосын түскі бірде обедке келеміз, обедтен екіге барамыз, екіде шығып обедтен кейін жұмыс істеген келмей тұрады дейді. Жұмыс істеген келмей тұрған кезде барып вокалға кіріп жібереді. Вокал болады. Вокалда кішкене ұйқымыз ашылады, бір көңілді әндер болып, кейбір кезде андай бір мұңайған әндерге жаттығу жасап қаламыз ғой. Сол кезде не болып қалады, типа энергиямыз бір солып қалғандай, сондай чувстволар болып қалады. Сондықтан да білмейміз енді біз барша енді театрдағы осындай қызметкер атқарып жатқанымызға қуаныштымыз. Кешкі 6-да шығамыз, егер спектакль болмаса. Спектакль болса, 9-ға шейін қалып қала береміз осы жерде. Демек, сіздің бір тәуліктің жартысын толығымен алады деп айтсақ та болады екен ғой. Кейбір кезде қонып та қаламыз, кейбір кезде сол театрда қонып та репетиция жасаған кездеріміз көп болады. Ондай бір-екі репетиция бірге сұраска нелерді бәрін шығару керек кезде қонып қаласың. Өйткені білмеймін, өз басымнан көп өтті. Өйткені екі режиссер жұмыс жасаған кезде арғы режиссер да сені бір рөлге ұсынады, мына режиссер да рөлге алып қалған кезде өзің бүйтіп деп бүйтіп шаршап қоямын, өліп қалайын деп жүресің. Бірақ енді тфай-тфай, өлген жоқпыз, тіріміз. Иә, Асқар, сіздің бұл жасап жатқан жұмыстарыңызды, өзіңіздің келешегіңіздің, болашағыңыздың жемісі үшін жасалған жұмыс деп білемін. Жас кезде барлығын білу керек, көру керек деп ойлаймын. Сізге алдағы уақытта көптеген асулардан асуыңызды және де көптеген басартауларыңыз көп болсын деп тілеймін жалпы. Ешқашан да қаламыңыз, шығармашылық қаламыңыз ұштала берсін, ешқашан артқа таймаңыз. Сізге тек сәттілік тілеймін, қайда жүрсеңіз де аман болып, атыңыз жұлдыз болып жарқ етіп жүре беріңіз. Сіздің арнамызға келгеніңіз үшін өте қуаныштымыз. Біздің көрермендерге білдірер жылы лебіздеріңіз болса, мархабат. Баршаларыңызды қостанайлықтар қала күнімен құттықтаймын. Аман сау болыңыздар, жүздеріңізден күлкі кетпесін. Көп рахмет, Асқар. Келгеніңіз үшін өте қатты қуаныштымын. Ну а впереди у нас еще много чего интересного, поэтому оставайтесь на нашем канале и готовьте свои вопросы нашему следующему гостю. Сен қайғала, ең сұлуыз кімді сенсен, барып қара айнаға. Анталия, Анкар емес, Алматының бір бағы. Күтемсізді, күтемсізді, келіңізші жайғана. Қалайын ба, қалмайын ба, жүрегімді сыздатпа. Барайын ба, бармайын ба, күтіп жүрген сол баға. Жанып тұрып, жанбай қалған, бәлкім жолды шығарсыз. Қалымалың қанша десең, қалымал жоқ біз жақта. Жағалауын қарт Каспийдің, жалаң аяқ кешімен. Қуыршақты қолыңдағы, әнге қосып өсімен. Талай жігіт әнге қосқан, еркелетіп есімін. Музарт айтқан Фаридадан, Фариданың несігем. Музарт айтқан Фаридадан, Фариданың несігем.
жүрегімнің ең көбіне жету сізге оңай ма? Шашты гитарам, өмірге де, өлінге де, өзіңізді әкелген. Әкеңіздің әндерінен көңіліме күй табам. Жігітсіз сауалған беттен, қайтпайтын барамыза. Ел білетін ұзартлайып, Қазақстанда ұлса. Шешесіне қарап тұрып, қыз алу үшін бұл қазақ. Әкеңіз бізертеп жүрген, бұл жігіттің жігіт барысы. Жағала Жаңаяқ кешебен, құршақты қолындағы әнге қосып өзіппен. Талай жігіт әнге қосқан, екелетіп есімін. Музарт айтқан Фаридадан, Фариданың несіген. Музарт айтқан Фаридадан, Фариданың несіген. Толқын соққан қарғыз бейді, жағалау оңдай ма? Солты сөксті дейді жоқ деп, сері жігіт мұңай ма? Жүрегімнің ең көбіне жету сізге оңай ма? Друзья, наш эфир продолжается, он прямой, значит, вы можете задавать свои вопросы нашим гостям по номеру 54-39-04. Но для начала давайте познакомимся с нашим вторым гостевым блоком. У нас сегодня замечательная Ирина Гусаченко, врач-ревматолог. Любезно согласилась потратить свое время и ответить на актуальные вопросы, да? Только не надо сильно пугать этими ответами, сразу прошу. Время, Маргарита, в вашей программе зря не потрачено, потому что у вас очень большая аудитория. И, как говорится, это все идет в пользу. Ну, то, что я говорю, то, что вы спрашиваете, поэтому никогда не зря. Ну, давайте начнем с того, сейчас лето, жара. У вас вообще как сезон огненный? Много пациентов или у вас от сезонности не зависит? Вы знаете, не заметила разницы, конечно. Люди болеют круглогодично, да, вне зависимости от сезонности. Конечно, какие-то есть заболевания, которые обостряются осень-весна. Но есть такие заболевания, которые... в течение всего года активные, это называются аутоиммунные заболевания. Но осень не за горами, я думаю, что сейчас да, все эти болезни будут себя проявлять активно. Да, да, кое-какие заболевания они будут активнее себя вести, так что... Ждем большого притока. Ну, не то, чтобы ждем, да, но... Ну, как, вот это не то, что цинизм, да, извините, но помогать-то всегда готовы. Поэтому болезнь, она такая... будет приходить, вне зависимости от того, желаем мы ее или не желаем. Да, но зато мы знаем, вернее, вы знаете, как с ней справиться. И вот это самое основное, пожалуй, во всей истории. Итак, о чем мы сегодня будем разговаривать? Давайте назовем это грозное заболевание и немножечко объясним, как оно появляется, в чем специфика и как бороться, главное. Ну, сегодня бы я хотела поговорить об анкилозирующем спондилоартрите. Это вот такое заболевание, ну, распространенности не очень распространено, как, в принципе, все, к счастью, аутоиммунные заболевания, да. Где-то вот если обратиться к статистике, то это 0,1% или 0,2%. То есть достаточно в популяции
нераспространенное заболевание, но это не делает его вот этого менее значимым. Почему? Потому что это заболевание первично хроническое, и если его не обратить внимание вовремя, не диагностировать, не оказать соответствующую помощь, то может быть и инвалидизирующее. Да? То есть, если коротко, что такое анкилозирующий спондилоартрит, это первично-хроническое заболевание, системное, аутоиммунное, то есть ревматологическое, с преимущественным поражением аксиального скелета. Что относится к аксиальному скелету? Это позвоночник, это крестово-подвздошные сочленения и тазобедренные суставы. Почему говорю преимущественно? Потому что в ряде случаев, к счастью, тоже это не очень распространено, имеются и внесуставные поражения с поражением глаз, с поражением сердца. То есть вы уже поняли, что это в ряде случаев может быть мультидисциплинарное заболевание, требуемое наблюдение не одного врача-ревматолога, да, а ряда специалистов. К счастью, у нас все эти специалисты есть, они уже осведомлены, ну, то есть заканчивают университет, они знают об этом заболевании. Да. Иногда пациенты появляются у меня в кабинете именно по направлению офтальмологов. Это очень грамотные у нас специалисты в Кустанае, поэтому многие вот выявления именно происходит на ранней стадии, и благодаря смежным специалистам это очень здорово, да, что почему это важно, потому что чем раньше диагностируешь заболевание, как я повторюсь, да, и тем быстрее начнешь лечение, тем больше пользы для пациента и легче врачу остановить это заболевание. Конечно, мы не можем пока обрадовать наших пациентов и сказать, что это вот прямо излечится у вас, если вы там обратитесь рано или поздно. Лечение пока не идет, но качество жизни мы можем улучшить. Угу. К счастью, у нас и возможности для этого, благодаря нашему государству, появилось очень много. Да? Почему? Потому что в последнее время очень так пристально обратили внимание на эту проблему, даже несмотря на то, что это очень небольшой процент популяции, да, и выделяется бесплатное обеспечение, препараты базисной терапии первой, второй линии. То есть я думаю, что у наших пациентов есть очень-очень хороший шанс для того, чтобы, в общем-то, не стать инвалидами. Это очень-очень здорово, я вам хочу сказать, потому что, скажем так, до 2017 года все-таки это заболевание, оно как-то не входило в то-то бесплатное обеспечение, да, кто-то мог себе позволить препараты, да, а когда появились более дорогостоящие препараты с наибольшей эффективностью, да, они не все могли их позволить, да, себе, а сейчас вот благодаря вот все-таки СМС-системе, да, это вот, в общем-то, очень-очень возможно, поэтому это хорошая новость. То есть это как с диабетом, да? Она единожды выявляется, и потом уже грамотный специалист подбирает лечение, и с этим лечением человек может долго существовать. Главное вот как-то контролировать, да, показатели здоровья. Конечно, конечно, да. Обязательно появляться у ревматолога, наблюдаться у терапевта, выполнять все рекомендации, которые пишет доктор, да? И тогда, да, все будет неплохо. Поэтому... Когда пациент появляется в вашем кабинете от какого-то другого вашего коллеги, это понятно, да? То есть он видит какую-то клинику, анализ, может сопоставить, используя свои знания. А вот сам человек на что должен обратить внимание в своей повседневной жизни? И вот какие факты должны насторожить, может быть, чтобы пойти к специалисту? Я вам хочу сказать так. Любое заболевание, оно начинается с боли. Боль – это не патология в основном, в большинстве своих случаев. Да? Это больше физиология. Ну, не будем сейчас вдаваться в подробности, да, есть и патологическая боль, да. Но сейчас мы говорим именно о физиологической боли. Вот она свидетельствует и говорит человеку о том, что в организме что-то не так. Да? И поэтому в любом случае, если пациент чувствует боль, вне зависимости от ревматологической это или что-то другое, да, суставы ли болят, сердце ли болит, бок ли болит, да, ну, уже выражаясь словами пациентов, надо обязательно обратиться к врачу. Да? И терапевт уже, анализируя те симптомы, с которыми приходит пациент, и начинает отправлять к узким специалистам. Да?
Часто от невропатологов к нам тоже приходят. Да? На что нужно обратить внимание? Нужно немножко оговориться о том, что это заболевание характерно вот диапазон с 18, скажем так, до 45 лет. В основном, да, вот эта вот категория, но болеют и до 18 единичные случаи, да, начинаются в более раннем возрасте, и характерно после 50, но там процент совсем небольшой. То есть говорить о том, что это вот именно заболевание, которое начинается там до 40 и все с 18, нет, надо внимание обращать и до 18, и после 40 тоже. Поэтому, конечно, как правило, это боли, боли в поясничной области. Если это, ну, это даже и молодые люди, и постарше, они все с болью в пояснице, естественно, обращаются к невропатологу. Mm-hmm. Да? И вот в этот момент нужно обратить внимание. Если это молодой человек, нужно задуматься, откуда у него боль в пояснице. Да? Если там обследовали первично, не нашли каких-то нейрохирургических или неврологических изменений, там, типа грыж, да, диска, тогда нужно не просто пациентам вот дать стероиды противовоспалительные, да, или сам пациент выпьет этот препарат. Да, первоначально будет эффект, да. Но со временем, иногда, когда они уже обращаются, помочь можно, но уже эффективность от терапии будет не такая выраженная, как если бы этот человек пришел к нам в первые моменты своего заболевания. Идеально это в первый год заболевания поставить, но, к сожалению, не всегда так получается. Ну, на это нужно. И иногда дебютируют именно с поражения глаз. Вот такое заболевание увид, или конъюнктивит, или эрциклит. А вот это должно насторожить, да, что, а нет ли там что-то, чего-то еще, что вот, к чему надо обратить внимание, суставы, глаза, все это связать и отправить к ревматологу. Но боли в спине, мне кажется, сейчас есть у каждого человека в той или иной степени. Наш образ жизни, он как-то не сильно то радует. Почему у меня нет? Ну, только медики знают, как с этим бороться. Мы так посидим с ними 8 часов в эфире, потом с вами думаем, надо или в бассейн срочно, или пройтись, или как-то. Бассейн-то хорошо, бассейн-то хорошо. Да, вам надо производственную гимнастику. Я понимаю, что у вас вот вы послушаете так, да, может быть, вы еще даже и готовились, конечно, 100% к этой программе. У вас может быть синдром третьего курса, вы все примеряете. У меня он по жизни, а после программы иммунитета я вот так. Особенно, когда рядом придет какой-нибудь доктор, да, и так это сознанием дела распишет вам эти ситуации, которые встречаются. Ну, так сказать, надо к этому всему относиться, ну, спокойно. Да. Не накручивать себя раньше времени. Да. То есть, если какая-то вот незначительная боль, которая возникнет, да, и больше там может там через полгода, через два возникнуть, она не должна вас настораживать. А вот если вы постоянно утром, скажем так, во вторую половину ночи после четырех чувствуете боли в спине, утром вы встали, вам нужно размяться, сделать гимнастику, то есть какое-то время, ну, где-то до часа вы чувствуете, вот мы говорим, это скованность, вы можете ощущать это вот как нетрудоспособность какая-то, да? И это изо дня в день, и это очень вас беспокоит, может присоединиться какая-то лихорадка незначительная, да, или вот другой какой-то еще сустав стал болеть, не только поясница, да, тут еще, если с глазом какие-то проблемы, ну, тут, конечно, надо насторожиться и уже пойти к врачу. Ну, таким образом. Ну, так вот, я хотела закончить мысль. Мы тут все редакции готовились к этой передаче, услышав заболевание. Уже изучали. У каждого нашли примерные симптомы. Один даже сказал, что я был у врача, меня как-то насторожило, да, что спина стала периодически болеть. То там где-то выше, то ниже. Но оно само приходит, само проходит, и как бы ничего не делает. И пошла к терапевту, и он сказал, что у вас защемление нерва. Ну, можно, конечно, сделать МРТ, но это у каждого второго. То есть это пройдет само собой, сильно не надо зацикливаться. Вот я и подумала, а можно ли перепутать вот это заболевание с тем же защемлением? Или есть еще какие-то подобные заболевания, которые могут нас запутать и не туда привести? Ну, в любом случае, когда вы обращаетесь к ревматологу, уже доходите к нему, наконец-то, со своими жалобами, естественно, конечно, мы проводим дифференциальный диагноз. Мы не вываливаем, извините за выражение, на вас все, что мы думаем, потому что мнительность никто не отменял, и пациенты спрашивают, ну что, доктор, давайте разберемся. Да, потому что, ну, скажем так, что
можно предположить это заболевание, но оно может не подтвердиться. А человек уже себе нарисует картины маслом, и потом надо будет другому специалисту обращаться. Потому что бывает же, у всех же разное восприятие информации, да? Поэтому, конечно, когда вы к нам приходите, мы основываемся не только на ваших симптомах, но они, конечно, влияют, скажем так, ну, если по процентам, на 50%. Да? Мы опрашиваем анамнез, мы спрашиваем какие-то еще симптомы, на которые вы можете не обратить внимания, но они имеют очень большое значение в диагностике. Да? Также дальше следующий этап – это мы смотрим анализы, то есть обычное защемление – оно вряд ли даст высокое ЦРБ, СОИ, да, и там ряд других этих показателей, которые меняются при этом заболевании достоверно. Также есть еще и инструментальные методы исследования, которые вот прям нам дадут, что да, это вот, ну, то есть там не ошибиться, да. И плюс еще и иммунологические исследования, очень характерно для этого заболевания, такой маркер HLA-B27, система гистосовместимости, лейкоцитарный антиген. Но хочу вам сказать, что чаще он выявляется, но иногда бывают типы этого заболевания, когда HLA-B27 отрицательный. То есть здесь вот просто нужно положиться на квалификацию доктора, да. То есть вот... Ну, мы, конечно, ревматологи все, не только ревматологи, все доктора, они, конечно, мы особенно, да, потому что мы используем те препараты, которые, в общем-то, очень серьезные, да, не только при анкилозирующем, допустим, вот это сульфасалазин, нестероидные противовоспалительные препараты, там, что-то иммунобиологическую терапию. То есть прежде чем мы вам в выписке дадим рекомендации, что вот принимать, мы... очень в этом должны быть уверены. Вот во всяком случае, я вот по себе так говорю, потому что другие доктора тоже так работают. Если я где-то начинаю сомневаться, я лучше отправлю на консультацию еще к своему коллеге, да. А давайте посмотрим вместе, это какие-то центры, да, республиканские, чтобы, ну, как бы либо развеять мои сомнения, либо что-то другое найти. То есть мы всегда действуем в интересах пациента. Ну, а все начинается с общего анализа крови? Ну, все начинается с того, что человек зашел к терапевту. Ну да. Потом начинается анализ крови. Да, вообще анализ крови, биохимические какие-то показатели. И уже там начинают, скажем так, ранжировать, да, это туда пойдет, это туда пойдет. Вот СРБ и СОИ, и Блюсустовый синдром, это однозначно пойдет к ревматологу. Да, ну, особенно продвинутые терапевты уже могут сразу назначить. Но обычно назначают невропатологи, это сразу рентгенографию, или сакральное сочленение, там, или позвоночника, и вот этот вот анализ. Ну, уже когда вот приходит, там, так сказать... вот с этим вот всем опрашиваешь, говоришь, да, действительно, у вас вот это, давайте лечиться. То есть не лейкоциты, не тромбоциты, есть какие-то определенные показатели, которые вы сразу так проверяете, если повышено, то да, надо бы дальше как-то развивать. Ну да, как бы это все в совокупности идет с другими заболеваниями, с другими симптомами, да. Иногда может и тромбоциты быть повышены, но это не всегда может быть такое. Даже, вот знаете, казуистически анкилозирующий спондилоартрит, он относится к серонегативным артритам, к группе серонегативных спондилоартритов, что такое серонегативные. Вот ревматоидный фактор определяется обычно, да, у нас он может быть положительным и отрицательным, да. Вот при анкилозирующем спондилоартрите он всегда должен быть отрицательный, то есть ревмофактор отрицательный, но казуистически бывает положительный. У нас есть звонок, давайте примем. Здравствуйте. Алло. Алло. Да? Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Это сейчас вы мне ответили, да? Да, мы с вами. Ага. Как вас зовут? Меня зовут Бибиана. Ну, очень приятно. Вы хотите задать вопрос? Да. Пожалуйста. У меня сына поставили диагноз болезнь Бессерова. Как его лечить и что мы делаем? Скажите, а вы были у ревматолога? Вам ревматолог этот диагноз поставил? Да. Ревматолог. Ну, если он вам выставил этот диагноз, он уже должен был назначить вам терапию.
Он же что-то назначил вам, да? Терапию нет. Он сам лечил, да. У него лечение, он уже два раза у этого доктора был. Вот частный доктор. Два раза лечение у него были. То есть я так поняла, что вам диагноз этот выставлен, но лечение не назначено, так? Да, 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 да. Вы знаете, не только я, но и любой доктор, он вот так вот не будет лечить по звонку, да, в студию. Я вас очень попрошу явиться на прием. Если вы можете в областную больницу прийти с направлением, да, то есть направление возьмите у участкового терапевта. Я могу вам там ответить на ваши вопросы. И если нужно будет, я обязательно вам назначу терапию, потому что если это действительно анкилозирующий спондилоартрит, то терапию надо назначать как можно раньше, сразу после верификации диагноза. Хорошо? Ага. А как вам, где вас лечить? Областная больница, вы берете направление у своего участкового терапевта и приходите ко мне. Можете... Это вы где, в Кустанае? Да-да, Кустанайская областная больница. А я в Чимкенте. А, вы в Чимкенте. Да. Ну, смотрите, я направление дам вам, да, в том плане, что это обязательно, ну, я сразу говорю, что я не могу вам сказать, я не вижу пациента, я не вижу его данные, но терапия должна быть первой линии, это либо, ну, не либо, а однозначно нестероидные противовоспалительные препараты, этрококсид, маркоксия, касторокс и сульфасалазин. Это терапия первой линии. Если терапия не помогает, тогда уже ваш доктор-ревматолог решает о второй линии терапии. Это вот так нужно делать. Угу. Еще остались вопросы? Я услышала. Мне, знаете, мне вот сейчас 32 года. Угу. Его состояние, он, короче, ухом упал вообще. У него жена ушла, что у него в дальнейшем его дети будут такие больные. Это диагноз очень страшный. И он ни в какой не борется с собой. Он говорит, если это болезнь, он вас меня убил. Ну, конечно, его... Невлечимый. Вы знаете, конечно, это заболевание первично-хроническое, но я как бы вот не хочу сказать вам о том, что вот это вот прямо приговор. Это не приговор. Если раньше начать лечение и сопровождать его, да, терапии соответствующей, тогда все может быть очень даже благоприятно. И потом наука, она не стоит на месте. Все время проводятся исследования. Скорее всего, я надеюсь так, что мы узнаем с вами все-таки причину всех аутоиммунных заболеваний. Я на это очень сильно надеюсь. Да? Угу. Поэтому как-то настраиваться на то, что вот это прям все так плохо, я бы не рекомендовала. Тем более, что если это только верифицировано. Угу. Здесь сейчас просто идет разговор о скорости назначения терапии, подбора терапии и ее применения. Вот это вот очень важно. Спасибо вам большое за звонок. Ну, сложно все-таки отвечать на такие, да, вопросы, не видя конкретного, ну, да, пациента кое-какие... заочно. Да, я, в общем-то, я предпочитаю смотреть, да, пациентов, смотреть, слушать их, проводить пробы функциональные, да, потому что это очень важно. Еще раз говорю, что препараты мы применяем очень серьезные, поэтому здесь должна быть стопроцентная уверенность в том, что вы собираетесь делать. У нас же была передача «Иммунитет» в прямом эфире, когда люди звонили и думали, что вот рассадит кардиолог, значит, он сейчас нас вылечит по телефону. А еще эти соцсети, все в Инстаграме есть врачи, и быстренько ему написать, чтобы он ответил, не надо никуда идти, это ж так удобно. И люди не понимают, да, что без контакта зрительного, да, без осмотра невозможно. Вот, ну, детально. Люди надеются на лучшее, да, и всегда хотят, чтобы это все очень было быстро. Мы же, например, тоже когда-то с вами, если не приходим, вот думаем, что а что тут, господи? Ну, это нормально, и мы же такие же с вами, то есть в другой сфере. Хорошо, давайте сделаем небольшую паузу, и прямо сейчас передадим слово нашим коллегам. Внимание на экран. Иммунитет.
Армысыз көрермен эфирде топ жарған Айдара. Сіздермен Хабиб Нурмагомедов жайында әңгіме қозғайтын боламыз. Хабиб Нурмагомедов – Ресей жекпе-жек спортшысы. UFC аренасындағы жеңіл салмақта өнер көрсетеді. 2017 жылдың ақпанына сәйкес UFC рейтингінде бүкіл салмақ дәрежесіндегі ең мықты жекпе-жекшілер арасында 13-ші орынға қол жеткізді. Жеңіл салмақта чемпион Конор Макгрегордан кейін екінші тармақта. Хабиб Нурмагомедов – Ресей чемпионатының финалисі. Жекпе-жектен Еуразия чемпионы, самбодан екі дүркін әлем чемпионы, панкратионнан Еуропа чемпионы, Нага грэплинг версиясы бойынша грэплингтен әлем чемпионы. Хабиб Нурмагомедов 1988 жылы Сумада ауданында дүниеге келген. Ұлты авар. Бала кезінен әкесі Абдулманап Нурмагомедовтың бақылауында жаттыққан. Америка Құрама Штаттарына келгеннен бастап, АКА залында Хавер Мендестің бақылауында жаттығады. Діні бойынша мұсылман. 2020 жылдың қазан айында The Guardian Хабиб мысырлық футболшы Мухаммед Салахтан кейін әлемдегі ең танымал мұсылман спортшыларының екінші орында болды. Авар халқының мәдениетін қолдау аясында Нурмагомедов Бүлістен кейін және жарнамалық іс-шаралар кезінде жиі қалпақ киеді. Ол авар, орыс, ағылшын, түрік және араб тілдерін жетік біледі. 2012 жылдың 21 қаңтарында Хабиб UFC промоушена ең бірінші рет өнер көрсеткен. Жекпе-жек оның Камал Шалароустың 3-ші раундта қылқындыру әдісімен жеңуімен аяқталады. Американдықтар оның күрестегі үлкен дәрежесін байқайды. 2012 жылдың 7-ші шілдесінде Хабиб өзінің UFC промоушендағы екінші UFC 148 Невада штаты Лас-Вегастағы жекпе-жегін әлемнің үздік палуаны бразилиялық Глейсон Тибаумен өткізеді. Бүкіл 3 раунд бойы өзінің үстемдігін көрсеткен Хабиб төрешілердің бір ауыз шешімімен жеңіске жетті. 2013 жылдың 19 қаңтарында палуан Бразилияның Сан-Паулу қаласында тағы да бразилиялық танымал палуан Тиаго Таварисмен кездесті. Жекпе-жек барысында Хабиб қарсыласына апперкот арқылы нокаут түсірді. Одан кейін партерде шынтақпен ұрғылайды да жекпе-жектің 1 минут 55 секундына жеңіске жетеді. Оған қоса Хабиб Фокс Калифорния штаты Сан-Хосе-дегі әлемнің ең мықты жекпе-жекшілерінің бірі Нейт Диазбен 8 бұрыш алаңында шыққысы келетін жариялаған болатын. Хабиб Нурмагомедов 1998 жылы Махачкала серуендері КВН командасы түсірген әртүрлі махаббат әндері фильміндегі басты рөлді сомдаған. Досыммен шықсан скетінде пионер ретінде эпизодтық рөлді сомдаған. Ол кезде Хабиб 10 жаста еді. Құрметті көрермен, келесі шығарылымда жүздескенше аман сау болыңыздар. Құрметті Ирина, артрит жайында сөз қозғағым келіп отырмын. Жалпы артриттің алдын алуға қалай емдік шаралар жасауға болады алдын алу үшін? Ну, примерно поняла. Лечение нас интересует. Лечение, да. Лечение достаточно сложное, да. Сразу надо настраиваться на то, что это будет достаточно длительное лечение. Возможно, лекарственные каникулы, да. Так как называют еще по-модному drug holiday, да, лекарственные каникулы. Значит, обязательно нестероидные противовоспалительные препараты, с них начинаем. Добавляем сульфасалазин, это препарат первой линии вместе с нестероидными противовоспалительными препаратами. Наблюдаем эффект в течение 6 месяцев предварительно, да. Но тут тоже есть нюансы, что если будет какое-то осложнение, если, допустим, может присоединиться УВИД или уже видите, что через 3 месяца нету эффекта, тогда уже зачем мучить пациента, можно уже переходить на терапию второй линии, иммунобиологические препараты. Там необходимо, конечно, определенный перечень исследований, потому что это очень серьезная терапия, и прежде чем начать, мы должны быть уверены, что своей терапией мы не усугубим, допустим, состояние пациента в каком плане. По анкилозирующему будет хорошо, да, но вдруг у пациента есть какие-то еще заболевания, по которым могут декомпенсироваться на приеме этих препаратов. Как я уже говорила, что вот как сульфасалазин, так и иммунобиологические препараты, я их не называю целенаправленно и намеренно, потому что это должны назначаться только специалистам. Они выделяются по бесплатному объему гарантированной медицинской помощи. Поэтому до терапии второй линии не всегда люди доходят. Чаще помогает именно при раннем выявлении нестероидные противовоспалительные и сульфасалазин.
Ну, в основном и так симптоматическая какая-то терапия, если необходимо, мультидисциплинарная, да, отправляем тому же окулисту, к невропатологу, к травматологу, если нужно протезирование, если люди, к сожалению, обратились поздно, да, ну, такие, так вот. А профилактика существует вообще какая-то? Или здесь? Нет, аутоиммунные заболевания, все, да? Ну, вы знаете, это же полиэтиологичное заболевание. Мы можем предполагать, да, и в некоторых случаях мы прослеживаем именно наследственную предрасположенность. Ну, такая связь не всегда бывает. Поэтому, когда ко мне иногда приходят, вот я обнаружила шляпа 27 у своего ребенка, да, были такие случаи. Пациент пришел, говорит, я нашел, что делать? Но мы не будем с вами сразу ребенка кормить нестероидным противовоспалительным сульфасалазином, потому что это показывает, что это заболевание у него может случиться. Но если нет клинической картины, мы же можем принести вред даже вот этими препаратами, да, если будем назначать их бездумно. Поэтому, ну, обнаружили, если нету клинической картины, просто наблюдайте, если появятся какие-то первые симптомы, боли где-то, отечность суставов, с глазами проблемы, туда уже приходите, будем думать, что делать дальше. А так, нет, лечить мы не будем. Просто мы лечим пациента, а не его анализы. Всегда так. Ну и тут не важно, да, здоровый образ жизни ты ведешь, катаешься на велосипеде, курочку кушаешь или все подряд. Если оно выстрелит, то оно выстрелит. Ну, здесь при аутоиммунных заболеваниях, да. Тут как бы, конечно, предпочтительно, чтобы человек следил за своим весом, за своим питанием, да, это ничего плохого в этом нет, это даже очень хорошо. Во всяком случае, в других заболеваниях это поможет. Ну, да? Как бы имеет прямая связь, да, с тем, что ты ешь. Здесь прямой связи, к сожалению, нет. Тут можно было бы вот не есть какие-то продукты и не заболеть. Ну, тут нет. Вот у нас до перебивки звонил телезритель из Шымкента. Вот, хочет он к вам все же приехать сюда, в Кустанай. Давайте проговорим и для него, и для всех других зрителей, как это возможно сделать, куда обратиться, еще, скажем, ваши координаты, чтобы каждый записал, запомнил. Зовут меня Гусаченко Ирина Николаевна. Я являюсь главным внештатным ревматологом Кустанайской области. Я принимаю в областной больнице, Кустанайской областной больнице. Это по 1 мая 151. Прием у меня ежедневно с понедельника по пятницу с 9 утра до 11. Конечно, в основном мы преимущественно по записи предварительной, но иногородних мы, конечно, можем принять и без записи. Но сначала к терапевту, к своему любимому. Ну, если она приедет с Шымкента, вряд ли ей направление кто-то там даст к кустанайскому ревматологу. Да? Примем, да, город, примем. Да? Там определенные условия, мы их озвучим, но они не являются препонами или каким-то препятствием для того, чтобы попасть к нам на прием. Для хорошего доктора географии не существует, да? Спасибо большое, я надеюсь. Со всех уголков нашей республики. Я надеюсь, сможем помочь. Да, Ирина, га, ешкандай, арнайы, халасыз, креберсеңіздер, болады деп отыр. Ну что же, остался какой-то вопрос, который вот мы не осветили в рамках заданной темы. Но об этом можно бесконечно разговаривать. Эфирного времени не хватит. Вы же знаете, Маргарита, я вам много говорить про свои заболевания. Но основные моменты мы с вами озвучили все-таки. Тогда хорошего помаленьку. Сегодня чуть-чуть, там, через недельку повторим, через месяцовки, так и будем развивать грамотность нашего населения. Ну что же, ваши пожелания прямо сейчас? Ну, конечно, мне бы хотелось, чтобы люди были здоровы или хотя бы не запускали, да, стремились к этому, вели здоровый образ жизни, имеет немаловажное значение все-таки. Но и если появляются какие-то симптомы, не нужно их игнорировать, и нужно обязательно обращать на это внимание, потому что раннее выявление – залог хорошего качества жизни и продолжительности жизни. Вам большое спасибо, что сегодня украсили нашу студию. Удачи в работе. До новых встреч с новыми темами. Хорошо. До свидания. До свидания. Ну, а наш эфир не заканчивается. Впереди еще много чего интересного. Оставайтесь на нашем канале.
Друзья, наш эфир продолжается. Музыку послушали, с гостями мы уже посидели, пообсуждали актуальные темы. Где-то веселые, где-то не очень, но все они уж точно полезны и важны. Именно для этого мы и приглашаем хороших специалистов в нашу студию, чтобы вы получали грамотные ответы на интересующие вас вопросы. И коль мы заговорили сегодня про здоровье, да, это тема, которая так или иначе сопровождает каждого из нас в жизни, для этого нужно, конечно же, не только ходить к специалистам, обращаться к врачам, да, но и самим нести ответственность за состояние своего организма. Ну, как минимум, действительно, вести здоровый образ жизни, правильно питаться и, конечно же, заниматься спортом. Именно поэтому в нашей программе такой акцент делается и на спортивных рубриках. Ну и, конечно, вы знаете, что есть у нас длительная разминка, которую мы с удовольствием показываем. И надеемся, что вы не просто просматриваете те упражнения, которые предлагают наши специалисты, но и берете их на вооружение и обязательно выполняете у себя дома. Я құрметті қонақтар, расыменде біздің тікелей эфиріміз сіздер үшін пайдалы әрі танымдық ақпарат беру үшін жұмыс жасайды. Алда уақытта біздермен бірге болыңыздар. Ал қазір бізде аз ғана уақытты жаттығу бейнероликін қарасаңыздар болады. Сәлем, құрметті көрермен, мен Бағдаулет Сапарбаев. Бұл Қазспорт арнасында жұлдызбен жаттығу бағдарламасы. Бүгінгі менің қадірлі қонағым Асхат Дүлмұхамедов, Азия чемпионы. Асхат, қош келдіңіз.
қазақ балуаны, спорт шебері, Азия ойындарының чемпионы Асхат Білмұхамедовты тұңғыш рет әке атануымен құттықтаймыз. Жас әке, келесі жеңістерімді қызым арнаймын дейді. Сіз бүгін кіммен келдіңіз? Айтып таныстырып өтсеңіз. Мен бүгін туған інімен келдім. Данияр Оқапов, Асхаттың туған інісі. Қызығы сол, спортқа ешқандай қатысы жоқ. Болашақта басқа бір саланың тізгін ұстайын дейді. Денемізді қыздырмас бұрын, тыныс алу жолдарына арналған жаттығуларға кезек берейік. Қабырғамыздың төменгі жағын тауып, екі қолымызды қоямыз. Дем аламыз. Дем шығарамыз. Өкшелерімізді жүз ұстаймыз, денені түсіреміз 90 градусқа. Қолдарды бұрамыз да, бірақ баспен бірге бұрамыз. Бізде белімізде, қолымызда, иықтарымызда бәріміз бірге жаттығады. Ал енді екінші жаттығымызға кезек берейік. Екінші жаттығымыз аяғымызды иықпен бірге ұстаймыз. Қолдарымыз сүреміз, аяқты бүкпейміз, аяғымыз сосын артқа қарай жылжытамыз. Планкаға тұрамыз да, қолмен итеріліп аяққа қайтып келеміз. Құрметті көрермендер, бізбен бірге қайталап отырыңыздар. Өте қызықты, өте пайдалы жаттығулар. Бір жағынан созыламыз, бір жағынан иықтар, пресс қатайтамыз. Тамаша, жаттығуыңызға рахмет. Ондай болатын болса, Данияр, кезек өзіңде қандай жаттығулар көрсетесің? Құрметті көрермен, ал мен аяқты созылу арналған әдісінді көрсет жүрейін. Өшеліміз алдына тұрады, аяғымыз құлай қойымыз. И бір аяққа отырамыз. Созылып, және. Енді ауысамыз сол аяқты. Құрметті көрермендер, біз бірге қайталап отырыңыздар. Ал енді келесі жаттығу иық арналған. Қолымызды былай қоямыз. И алдына қарай 5 рет айналдырамыз. 1, 2, 3, 4, 5. И артқа қарай 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Рахмет көп-көп, Данияр. Дене қыздыру жаттығуларын аяқтадық. Біз әрі қарай жалғастырамыз. Енді негізгі бөлімге көшеміз. Негізгі бөлімде күш жаттығуларын жасайтын боламыз. Ең бірінші жаттығу, ең қарапайым жаттығу. Аяғымызды иығымыздың тұсына қоямыз. 10 рет отырып тұрамыз. 1 2 3 4 Оп-оңай жаттығу. Құрметті көрермендер, біз бірге қайталап отырыңыздар. Дем аламыз, дем шығарамыз. Енді 2 рет. 9 10. Керемет. Бірінші жаттығуды бітірдік. Енді келесі жаттығуға көшеміз. Сіздер күрешшілер болғандықтан белге көп жаттығу жасайтын боларсыздар. Сол белге бір жаттығулардың біреуі. Ол үшін кілемшеге ішімізбен жатамыз. Аяғымызды, қолымызды созып ұстаймыз. Және дем шығарған кезде аяғымызды және қолымызды еденнен көтереміз. Асхатаға белдің бұлшықеттерін сезіп атыс па? Әрине, өте мықты жаттығу екен.
Осы жаттығуды өзіңіздің дайындықтарыңызда қолданасыз ба? Әрине. Әр жаттығуды қолданамыз осы. Енді екі рет 11, 12. Жақсы, беліміздің бұлшықеттерін дайындадық. Енді іштің бұлшықеттеріне көшеміз. Ол үшін кілемшеге арқамызбен жатамыз. Қолымызды жамбасымыздың астына қоямыз. Және аяғымызды бірге ұстап, түзу ұстап, дем шығарған кезде аяғымызды жоғары 90 градусқа көтереміз. Осы жаттығуды 12 рет жасаймыз. 3, 4, 5, 6. Данияр, үш бұлшықеттерін қаншалықты жиі жаттықтырасың? Әр жаттығу сайын. Әттеже ол маңызды. Енді екі рет 11, 12. Негізгі бөлімді бітірдік. Енді Асхат аға, өзіңіз бүгінгі бағдарлама сізге қалай ұнады ма? Өзіңіздің ойыңызды айтып жерсеңіз. Өте керемет бағдарлама. Өзіме қатты ұнады. Спортпен шұғылдаңыздар. Біз сіздер үшін пайдалы болуға тырыстық. Қазспорт арнасында жұлдызбен жаттығу бағдарламасы. Сау болыңыздар. Телекөрермендер, егер де сіздердің қызықты сұрақтарыңыз болса, 54-39-04 нөміріне хабарласуларыңызды сұраймыз. Сонымен қоса экранда көрсетілген WhatsApp нөміріне де жазуға мүмкіндіктеріңіз бар. Ал егер де эфирді жіберіп алған жағдайда, Instagram желісінен топ ұлтыңызды деп жазып, бізді тауып алып, кейіннен эфирді қайтадан қарауға мүмкіндіктеріңіз бар. Поскольку этот эфир заканчивается, очень важно знать, где его можно будет найти. Это, конечно же, наш официальный сайт kusnetv.kz, наш YouTube-канал с таким же названием. Ну и, конечно, вы знаете, что у этой передачи есть отдельная страничка в Инстаграме Tobletonus, где там выкладываются прям по гостевым блокам для вашего удобства. То есть там первая тема у нас была про музыку, значит, будет отдельно выложен именно гость, да, первого блока и целая беседа, которая с ним состоялась сегодня. Соответственно, точно такая же процедура будет происходить в отношении второго гостевого блока. Именно там можно найти всех наших гостей за разный период времени. Поэтому, друзья, подписывайтесь. Ну и, конечно, на официальный инстаграм нашего канала тоже не забывайте подписаться. kusnetv.kz. Это инстаграм, это фейсбук, это что там? Инстаграм, фейсбук, твиттер и ВКонтакте. Вот 4 позиции у нас есть на сегодняшний день. Возможно, будем расширяться. Может быть, телеграм у нас еще образуется, но это только в перспективе. А пока мы вынуждены с вами попрощаться и пожелать хорошего дня. И, конечно же, увидимся в эфире телеканала «Кустанай». Неке достар, біздің кескелі эфиріміз аяғына жетіп қалыпты. Келесі, біз сіздермен әрине қоштаспаймыз. Келесі кездескенше күн жақсы деп айтамыз. Барынша сіздерге пайдалы ақпараттар беруге тырыстық деген ойдамыз. Күндеріңіз сәтті болсын. Сіздермен бірге болыңыздар. Thank you.
Жайып әтермек жетелейді армандарға.